Я ваш лечащий врач. Меня зовут Лисан Радиковна. Как себя чувствуешь? Что беспокоит на данный момент? Еще в январе 9-летняя Риана Магдеева жила как совершенно обычная девочка. Ходила в художественную школу, занималась гимнастикой. Все изменил страшный диагноз – назофарингеальная карцинома, злокачественная опухоль в полости рта и носа. Если болезнь не лечить, опухоль будет дальше расти, пережимать сосуды, заполнит всю ротовую полость, прорастет через кости черепа дальше в головной мозг. То есть это заболевание смертельное. В пик болезни Риана не могла даже открыть рот. После 3 тяжелых курсов химиотерапии девочка потеряла в весе. Организм ослаб, но опухоли уменьшились и ушли боли. Теперь для полного выздоровления Риане требуется особая лучевая терапия. Нам теперь нужна лучевая терапия параллельно с химиотерапией. Но лучевая терапия непростая, которая вот именно называется томотерапия. Прицельная, то есть действует только на опухоль, на вот эти раковые клетки, не затрагивая здоровые ткани. Полный курс лучевой терапии стоит более 288 тысяч рублей. Такая сумма для родителей Рианы неподъемная. Но помочь девочке можем мы с вами, отправив смс со словом «дети» на номер 5542. Стоимость сообщения 75 рублей. Как внести больший вклад, можно узнать на сайте Росфонда и нашей телекомпании. Мурат Медшин, Тахир Хасанов, новости НТР.